Друзья, добрый день. Я хочу сегодня провести прямой эфир по поводу того, что происходит в стране, поговорить о том, что творится у нас среди многодетных матерей, какие сейчас волнения идут. Вы все видите, что там, в регионах, то в том, то в другом месте происходят какие-то события. Женщины собираются и их пытаются еще и разгонять. То есть, а сегодня, когда народ сколыхнула вот эта трагедия, и когда каждый на себя примерил, каждый из этих многодетных матерей, они понимают, что эта трагедия сегодня или завтра придет и к ним в дом. Я вот сегодня смотрю, у нас создали в социальных сетях огромное количество материнских чатов. И я потрясена той огромной, вот просто колоссальной степенью этой проблемы, масштабу этой проблемы, она просто потрясает. Женщины говорят о вопиющей бедности, о такой бедности, о которой просто даже слышать сложно, читать сложно. Дети голодают, детям нечего носить. Дети мерзнут наши. Наши дети в многодетных этих семьях, они мерзнут. Это вообще уже, я не говорю уже о том, что они не видят никаких радостей детства, понимаете? А так не должно быть. Мы посмотрели вчера, вот у нас... женщин, которые награждены государством вот этими золотыми и серебряными подвесками, да, многодетные мамы, которые считаются, которые учтены, будем так говорить, да, вот их более 270 тысяч семей. Это только учтенных. Это женщины, у которых детей более 6, рожденных детей и так далее, да, и от 6 и выше. А вот если взять семьи, где четверо, где пятеро детей, где трое детей, там вот, допустим, у нас многодетными считаются матери, которые родили пятеро детей, четверых детей, троих детей, уже не считают многодетную семью. Хотя попробуйте поднять сегодня троих детей, да, с учетом того, какие зарплаты, с учетом того, какое отношение государства, медицина никакая, все приходится делать за свои деньги, образование никакое, все приходится делать за собственные вложения. Куда ни пойдешь, везде и всюду, все приходится делать за собственные деньги. И вот теперь представьте, какое количество детей. Я вот просто навскидку, если даже посмотреть, что среди 500 тысяч семей, грубо посмотреть, да, взять на каждую семью по 5 человек детей, это более 2,5 миллионов детей, это наши дети. И эти дети сегодня бедствуют. Я просидела сегодня до 5 утра в этих чатах, да, я смотрела, что там люди пишут, детей нечем кормить, лечить нечем, сколько больных детей, сколько детей замерзают, боже мой, в Астане замерзают дети. Это вообще мы до какой степени мы дожились до такого состояния, да, что наши мамочки не могут согреть своего ребенка, накормить его досыта. Не говоря уже о том, что сводить его куда-то там в парк, научить его чему-то, дать ему какие-то дополнительные вещи, там образование какое-то дополнительное, развитие. Даже если такая мама устраивается на работу или родитель, они получают жалкие гроши, потому что повальная безграмотность. А даже если эти люди образованы, работы нет тотально, нет нигде работы. Что творит государство? Вместо того, чтобы сегодня решать этот вопрос, раз уж он обнажился, раз уж он возник, раз уж он так больно кричит и со всех, я не знаю, глаз кровоточит этот вопрос по всей стране. Вот сегодня есть информация, что люди в Кызылорде собирались, в Алмате собирались, разогнали, в Астане собирались, разогнали. В Актау женщины пришли, там у них телефоны сотовые забирают, не дай бог, снимать будут. 150 женщин пришло, забирают телефоны, разгоняют. Что творит режим? Почему не идут навстречу? Почему не хотят разговаривать? Кругом усюду включили этих тетушек, этих провокаторов. Среди женщин там в толпе ходят какие-то люди, закрывают своими масками, значит, все свои лица, призывают их непонятно к чему, разобщают, запугивают. Все брошено, огромное количество средств, огромное количество ресурсов, людей, административный ресурс сейчас весь работает на подавление этого протеста. А как они собираются дальше решать? Ну хорошо, вы сегодня там подавили, в другом месте вылезет, послезавтра еще в каком-то месте вылезет и так далее. Мы натворили очень много дел, очень много проблем. Наше общество, мы сами во всем виноваты.
Мы натворили столько беды, мы столько лет молчали. Ребенок, если ему плохо, да, новорожденный ребенок, малыш, если он хочет кушать, если он ударился, если ему плохо, он кричит, он плачет, он просит помощи. Но нам же так больно, мы тут ломаемся от этой боли, смотрим, что происходит в стране, и мы все молчим. Почему люди молчат? Я не могу понять, почему же люди молчат? 2,5 миллиона детей бедствуют, недоедают, мерзнут, не одеваются по-человечески. Значит, эти дети унижены, значит, эти дети запуганы, значит, эти дети лишены счастья человеческого, детского счастья лишены. И почему мы молчим? Я пытаюсь понять, почему люди молчат. Если маленький ребенок в состоянии кричать и просить о помощи, почему взрослые этого не делают? Почему не защищают своих детей? У нас так все устроено, да, Назарбаев так все делает, что в стране ничего не остается, кроме как отказываться от детей. Посмотрите, какие ходят разговоры. А зачем рожала? Это значит, надо не рожать. А женщина, которая родила, она, значит, помалкивает, потому что она не хочет этих разговоров, она не хочет этих обвинений, она не хочет этих оскорблений. Мамочки, которые молодые, которые без поддержки, вообще детей бросают. Вы посмотрите, сколько у нас случаев, сколько у нас детей выбрасывают, сколько у нас от детей отказывают, сколько абортов, сколько отцов побросали свои семьи. Мужчины уходят из многодетных семей. Я читаю эти чаты, я в ужасе. Там одна, 7 детей бросил, ушел, 5 детей запил, ушел, там еще что-то. Боже мой, эти женщины все остаются на произвол судьбы сами, одни, поднимают этих детей в одиночку, без поддержки общества, без поддержки государства. Сейчас вот прислали огромный список матерей из Астаны. Его невозможно осилить, общество только общество может осилить сейчас вот эти все списки, нести адресную помощь. У детей нет теплой одежды, у детей нет еды, нечем топить дома. Там адреса указывают, адреса, я сейчас эти списки начну выкладывать, телефоны, адреса, люди уже просто криком кричат, помогите. Вот эти чаты, да, создали люди, создали очень много чатов. Я захожу в эти чаты, смотрю, что там пишут. Все сводится к тому, что не шумите, о политике не говорите, давайте мы просто соберем деньги, поможем той семье, этой семье. Снова общество самостоятельно решает частные проблемы каких-то семей. Снова общество со всех ног бросает, помогают, это отлично, замечательно. Общество бросается помогать детям вместо того, чтобы развернуться, собраться всем вместе и, наконец, спросить с этого режима, сколько можно это терпеть, сколько можно заниматься этим произволом. Почему так больно всем? Почему все отозвались именно после этого пожара? Потому что это уже тотальный произвол режима. Это уже откровенный произвол. Умирают люди, понимаете, умирают дети. После этого сколько еще мы услышали событий в Павлодаре, в Кызылорде, дети погибают от того, что живут в невыносимых условиях, от того, что их родители не в состоянии им эти условия создать, государство не в состоянии им помочь. Люди сейчас сидят, мало того, что у этих семей такие проблемы, они же все закредитованы, у них огромное количество долгов, у всех. И какие-то там блогеры умудряются писать, а нечего было брать кредиты. А как кормить детей? Или какие-то там умники пытаются из чиновников наших говорить. Это их выбор, не надо было ходить на работу. А что делать? Чем кормить детей, когда их 5? Или кто-то говорит, не рожайте. А давайте мы вообще забудем про нацию, давайте мы вообще все уедем из страны, перестанем рожать, потому что это государство не в состоянии обеспечить достойную жизнь нашим гражданам. И вот такие разговоры повсеместно, вместо того, чтобы объединиться и пойти решать эти вопросы уже где-то на площадях. Вот смотрите, они собрались, эти мамочки, 9 числа, разогнали, пришли, обманули, 25-градусный мороз в Астане, они не запустили их в Конгресс-холл, не люди какие-то. Они их обманули, они им сказали, мы сейчас вас всех вот отвезем в такие вот акиматы, там будем решать вопросы. Естественно, этого не произошло. Что произошло? Пришли к консулу, пришли еще к кому-то, понеслись полицейские по домам этих женщин. Вот эти наши здоровые парни, полицейские, пошли разбираться, на разборки пошли с многодетными мамочками.
потому что им приказал начальник. Вот этот здоровый, сытый начальник отправил своих орлов вот этим несчастным, бедным женщинам, которым нечем кормить детей, нечем отопить дом. Они их отправили разбираться, чтобы они не говорили ничего на колбасы и так далее. Это нормально? Наше общество вообще здоровое, когда мы такие вещи позволяем делать. Дальше. В этот, как его, в Октау провели собрание матери, забирали на входе сотовые телефоны. Вы нормальная власть, вы кого боитесь? Вы женщин боитесь, детей боитесь, которым надо помочь сегодня, протянуть руку помощи, дать им все, что у вас есть в ваших закромах. 8 миллиардов долларов, 8 миллиардов долларов Назарбаев залил в Казком и вывел за рубеж. На эти деньги 500 000 семей многодетных могли получить квартиры, дома. И не ходить по улицам, не попрошайничать, нормально работать и так далее. 3,5 миллиарда долларов списали этой, как ее, Цеснабанку. Затолкали в Цеснабанк, забрали, опять вывели за рубеж эти деньги. Слушайте, на эти деньги можно было закрыть все кредиты этим многодетным женщинам, многодетным семьям этим. 500 000 семей, закройте кредиты, спешите эти кредиты, оставьте людей в покое, пусть у них не будет долгов. Нет, они этого не делают. Они толкают все по карманам, вытаскивают из страны деньги. У нас страна забита нефтью и газом, люди углем топят печи свои. Дети умирают, потому что они живут в допотопных времянках с допотопными печками. Повсеместно погибают люди, потому что у нас нет условий. А зато есть условия для вывода денег за границу. И все молчим. Почему мы молчим? Меня поражает вот это молчание людей, когда у нас дети страдают. Меня поражает вот это недоумение мужчин. А что нам делать? Это женский протест. Это как вот вообще? Я вот просто не понимаю, что с нашим обществом произошло. Неужели так страшны вот эти прокуроры в перевернутых шапках? Или детские слезы этого не стоят, либо вы их не хотите замечать, или вы так уже привыкли, что вам все время ножом по сердцу режут. 15 числа наши женщины выдвинули требования, и до 15 числа эти требования требуют осуществить от властей. Власть, конечно, их всех разогнала, сейчас всех их преследуют. Они 15 числа собираются выходить к акиматам, собираются выходить и требования свои озвучивать снова и снова, пока им не начнут помогать, пока эти пособия не станут достойными, пока их всех не обеспечат жильем, пока каждый из них не дадут каждой семье, не предоставят бесплатное лечение. Везде поголовно больные дети, ДЦП, еще какие-то проблемы. Бесконечные проблемы со здоровьем, никому не дают бесплатное лечение, никому не помогают ни лекарствами, ни медицинской помощью. С образованием такие же проблемы, точно такие же. Но почему нельзя многодетным семьям предоставить обучение в этих колледжах, университетах для детей бесплатно? Почему наши матери лезут в кредиты для того, чтобы дать единственному старшему сыну образование, чтобы он мог потом всю жизнь тащить на своем горбу остальную семью? Вы же видите, как это все устроено. Это везде так все устроено, повсеместно, по всему Казахстану. Когда это 2,5 миллиона человек, это минимум, я просто считаю минимум. Это уже социальное бедствие, это социальная катастрофа, это геноцид. И все это прекрасно понимают. Нам повсеместно показывают фильмы про голодомор, ходят митинги, устраивают, что вот казахов, значит, морили голодом, убивали, советская власть против коммунистов выступает. Так у нас сидит такой же коммунист во главе 40 лет и делает то же самое. Наших сегодняшних детей убивают, наших сегодняшних женщин гнобит. Наш народ сегодня вытравливает, выгоняет из своей страны, люди бегут. Почему они бегут? Потому что здесь действительно ничего никому абсолютно не светит, потому что здесь никто не поднимется. Ни один отец здесь не способен поднять семью и выкормить. Я вас очень всех призываю, поддержите этих женщин. Я призываю журналистов, пишите честно, показывайте. Если вы не можете опубликовать, присылайте нам эти видео, присылайте нам эти сообщения. Мужчины, выходите в прямые эфиры, говорите об этой проблеме. Поддержите женщин, пусть их не преследуют. Полицейские, военные, прекратите этот произвол. Это уже тотальный произвол, геноцид.
Нельзя этим заниматься. Это вы пошли уже против женщин, против детей. Вы от таких же матерей рождены. Наше будущее сегодня уничтожают. Ведь эти дети завтра вырастут. И каждое поколение следующее будет еще больше ущемлено. Нельзя растить рабов. Никогда страна не перестанет жить так плохо, если мы все время будем растить рабов. Надо всем остановиться. Всем, кто сегодня пошел против этих женщин. Всем, кто сегодня пошел против матерей, надо остановиться. Вы посмотрите, они даже имамов подключили. И сегодня они ежедневно выходят на вот эти вот эфиры для того, чтобы остановить женщин. Нельзя идти против правителей. Боже мой, а против своих детей можно идти, значит, получается? Против правителей нельзя вот этого оборзевшего, обнаглевшего вора, который обобрал всю страну, нельзя идти, а против своих детей можно идти, получается? Убивать своих детей, смотреть, как они умирают. Посмотрите, насколько неграмотное население. В Актюбинске девочка умирала. 4 человека взрослых стояли, смотрели, не могли ей помочь. Скорая приехала, не смогла ей помочь. От высокой температуры, просто от температуры ребенок умер, никто не смог помочь. Тотально безграмотно, никто не занимается спасением детей, никто не учит родителей, никто не учит врачей, никто не учит никого, чтобы спасать детство, спасать наше материнство, спасать наше детство. Повсеместно разводы. Женщины повсеместно остаются сами себе предоставлены, детей сами воспитывают и сами принимают. Так, такие вопросы нельзя оставлять на произвол. Надо объединяться. Надо перестать смотреть по сторонам, надо перестать бояться этих полицейских перевернутых шапок. Надо выходить и поддерживать наших женщин. Я сегодня хочу в этом эфире призвать мужчин, призвать всех остальных, призвать тех, у кого хорошо. Да, можно собирать бесконечно, годами можно собирать гуманитарную помощь. А можно, наконец, с этим режимом разобраться один раз. Выходите, поддерживайте. Если вы сегодня будете давать прямые эфиры, их не будут преследовать. Если мы массово будем говорить об этом, нашим женщинам начнут помогать, начнут решать это на государственном уровне. Даже маленькая помощь принесет им облегчение. Это надо делать сегодня всем вместе. Тогда остальным будет проще, остальным будет легче. Я прошу всех подключиться к этому. Я прошу давать прямые эфиры, выходить на улицы вместе с ними, помогать, поддерживать. Демократический выбор Казахстана запустил акцию с памперсом. Поддержите эту акцию. Выходите с этим памперсом, пусть он будет символом. Символом вот этого детства, над которым надругался режим, несменяемая власть. Символом вот этого забитого народа, над которым издевается режим несменяемый уже больше 30 лет. Это сколько можно еще продолжать терпеть? Я поэтому прошу сегодня все протестные движения, все, что происходит в стране, поддерживать. Поддерживайте женщин, поддерживайте любые события, которые сегодня направлены на перемены. Любых людей, которые сегодня не соглашаются со всем этим. Вот этих всех ботов, провокаторов, безжалостно, троллей всех этих, безжалостно всех их надо банить и затыкать. Не позволяйте им разобщать общество. Не позволяйте им запугивать наш народ. Не позволяйте им снова лгать, не позволяйте им заниматься пропагандой. Пускай все вот эти вот замолчат, все эти Жанны Ильичевы, которые говорят о том, что у государства не хватает денег. Пусть замолчит этот Кривошеев, этот Айдос Сарым. Пускай прекратят эту ложь. Не позволяйте им говорить эту ложь. Не позволяйте это распространять. Распространять надо то, что есть правда. А правда сегодня такова, что наших детей нечем согреть, нечем накормить, не во что одеть. Вот такова сегодня правда. И эту правду никто не хочет слышать. И деньги есть на все это. На все это есть в стране деньги. Если бы не было, огромные средства. 12 лет в банковский сектор вливают миллиарды, миллиарды долларов. Забирают из пенсионного фонда, забирают из национального фонда, из бюджета страны. Вливают и выводят, вливают и выводят. 12 лет этим занимаются. Уже сколько детей мы могли спасти за это время? Мы могли всем построить дома, мы могли всем дать бесплатное образование, бесплатную медицину. За эти годы можно было все это сделать. Поэтому нужно поддержать все эти требования и выходить всем народам, спасать наших детей, спасать наших матерей. Я всех благодарю за то, что вы смотрели этот эфир. И я прошу как можно больших людей сегодня приобщиться к таким эфирам и делать их.
максимально распространять. И все, кто располагает информацией, присылайте нам эту информацию, присылайте мне лично. Если кого-то преследуют, присылайте эту информацию, говорите об этом, не бойтесь. Каждый адвокат сегодня будет на вашей стороне. Сегодня все адвокаты будут на вашей стороне. Каждого будут защищать, не бойтесь. Все общественные фонды, все правозащитники, все адвокаты. Мы будем делать все, чтобы поднять не только в нашей стране, но и за рубежом поддержку, чтобы каждую женщину можно было защитить. Не бойтесь, говорите правду. Друзья, я завершаю свой эфир. Я, видимо, слишком эмоционально все это говорила, но эта боль, она нескончаемая. Я думаю, каждый из вас чувствует то же самое. Поэтому я еще раз призываю объединяться и менять страну. Всем всего хорошего, всем добра.